Всем привет, это Прослушка. Сегодня с вами слушаем EP «Масло черного тмина». Нежданно-негаданно, вообще я лично не ожидал. Меня порадовал просто сингл и клип этот красивый, но все было неспроста. Нас подготовили к EP. По-моему, это первый такой релиз его, сольный чисто. Не альбом, конечно, EP, но все же очень круто. Тут одна совместка, непонятно с кем, Марьяна Клочко. Я надеюсь, это девушка с очень красивым голосом. Почему-то, ну вот, мне в музыке масло и вообще такое предположение, что вот с ним только что-то красивое должно быть. С его вокалом и его музыкой должен добавлять такой красивый женский вокал. Не знаю. 5 треков, не будем тянуть, поехали. Масло вернулся. Какой-то район, спит, я только позвучу в своем, все мурашечки, прям так рад слышать. Я никуда не уеду отсюда. Супер. Я осознаю все, что наделал. Я принимаю еще одну, я принимаю еще одну. Ты не человек, но я пью за тебя всегда. Круто, я вообще очень рад слышать масло именно таким, как я его полюбил. Именно пишут неправильно. Дымовая завеса, много лишнего веса. Ничего не интересно, как она есть. Как она есть, чего брат. Больше нет ни в ком. Мне стена говорит, тынкует шпон. Они все твои на ближайшие пару часов. Такой, типа, фристайчик, не можно думаю сказать. Вообще ни о чем. Меня вырастили женщины, которым достался мир после войны. Мы нихуя не знаем о любви. Тяга в инвентаре, сига взбахли на старте. Круто. Что у тебя? Масло вернулся. Он был в каком-то трипе, я не знаю, но вспоминая то, что до этого выходило, я думаю, меня понимают. Как я рад все-таки слышать этот звучок. Этот его стиль. Приготовил тебе трубку, спросила она. Когда я открыл глаза, лампа была зажжена. Свет лампы превращал ее кожу в темный янтарь. Ты все еще не куришь? Нет. Лампа освещала ее лицо, когда она заряжала длинную трубку, склонившись над ней, как над ребенком, направленного слоновой кости. Все ясно, как день. Нечего волноваться. Вы не выдержаете. Извините, разрешите пройти. Я засмеялся и услышал. Вообще половину не улавливаю, не понимаю. Надо смотреть все, кто может есть. С маслом только так. Но музло просто вышка. Это кайф. Просто наслаждение для ушей. Или малай? Что это такое? Ладно, текст еще потом посмотрю. Подснежники. Подснежники, у вас есть всегда доверение личности. Круто, я знаю, что у меня будет на репите. Небезопасно, единственный выживший. Что скажешь, что с вывеской? Подснежники. Может быть, просто курильщики. За низкой обманки. У пацана пройти клавишу. Ставить их на уши. В этой жизни так принято. Боже, плах. Просто балдёж. Это стопудово просто у меня будет на репите вся пластинка на репи. Записал капу, запалил кепу. Точка невозврата, брата. Все поэтапно, у пац
сердце на небо. Где его смех, где его бутят? Это та планета, 70 лет, да я одна. Ты даже не поймешь, что случилось. Не успеешь вникнуть в бессильную идею. Но удивилась, она есть. Нет, ну хорош, час 41 минута. Минус 19 градусов, средний 27,7 литров. Повсюду мешки для трупов, теплый свет на втором. Чего? Все защита, мы давно проснули. Вся и вы там, мы давно проснули. Листья лозы на ветру кружат. What the fuck? Реально, what the fuck? Это надо еще понять. Что за посыл, о чем он вообще? Просто не для всех, конечно, тексты. Но музло, я буду вообще 500 раз это говорить, сука. Очень рад. Так, Лето и Марьяна. Сейчас узнаем, услышим. Так это все одна дрянь, вся одна дрянь, я не чувствую. Так слова прижимают гортань. Я хуйня, я думал, сейчас будет бить, да. Тарань сигарет на утро, нас будто и нет, нас будто и не была. Я трахнул шиболу, выкатил мусорящую паху, болю. Прихоть на 68-й день лета. Была бы 2-10 дека лета. На втором играет дискотека. Деке умирает Дебзу. Продолжать уже. На девятке. Я же не подозреваю. Под конец, наверное, будет. Абортис хэй, слушал. Абортис хэй, до обеда не чувствую. Я называю Портишет. Он Портис хэй. Кто как? Но сейчас бит должен дропнуть. Просто. А, еще он принес. Нет, в итоге не было ничего. Ну, печально, печально, конечно. Были предположения, что чисто под конец, но все было бы круто. Кстати, а где это Марьяна? Она что делала? Напевала, может, там? Наши бабки рисуются в Лондоне. Лондоне. Я вковался во все черное. Я не забуду тебя никогда. Лондоне. Продены. Алло, алло. Зимы. Чистое сердце, грязная голова. Исхизма. Время сжигает дотла все. И финики здесь ни при чем. И прочие сухофрукты. От ух до ух. Или это не имена? Окей, конец ускорили. И так было все норм, конечно, но так видит художник, так видит артист. Так, ну что могу сказать? Я очень рад этой пластинке. Если честно, ожидания были то, что мы снова окажемся в таком каком-то электронном мире, я не знаю, как это назвать, ну вот как неведомый мир был, и то, что выходило до этого, там сейчас, ну вот, и учитывая EP с Хаски, и то, что было между этим EP и вот этим, там было больше электронщика, здесь же больше джаза такого, трип-хопа и так далее, как вот Portishead. И я очень рад то, что на пластинке именно такое музло, и жаль то, что очень мало. Прошлый, ну то есть его альбом первый, в
каком году он был? В 18-м, по-моему. Он вот конкретно был заслушан до дыр. Или 19-й. Ну, я не помню уже, если честно. Но когда я подводил итоги в Apple Music, типа, какую музыку я слушал больше всего, у меня альбом его, по-моему, 19-й, был на первом месте. Причем с большим отрывом от других пластинок. Вот. Эта музыка прям по мне. Просто втыкаешь уши, идешь, ну, ты все просто отвлекаешься от всего вокруг. Идешь и балдеешь, слушаешь это музло. Очень-очень круто. Очень рад, что он здесь использовал свой старый стиль, так скажем. Я не хочу сказать то, что там вот какие-то треки, они были, ну, так себе. На Кенши тоже были не похожие на то, что я сейчас услышал. Но у него было, ну, прям что-то прям очень артхаусное, непонятное, где-то просто диалог и так далее. Где-то прям, ну, борщил с электронной музыкой. Вот. А здесь прям вот то. То, что нужно. Ничего лишнего. Вот. И я не хочу сказать то, что там все плохие. Нет, были хорошие. Какие-то я слушал, но какие-то у меня в плейлисте. Вот. Ну и все, по-моему, что я хотел сказать. Короче, я очень рад, что он здесь в своем стиле в этом. Очень круто было услышать, как играется, опять же, с флоу, с битами, с музыкой. Тексты ничего пока не могу сказать по текстам. И есть более-менее понятные. И понятные строки, есть охуенная строчка. Пизда, рулю, я тебя люблю. Это прям супер. Я, возможно, когда-нибудь... Я сегодня шел вот и думал, типа, блин, сделать что ли, типа, ну, видео, подборку исполнителей, которые охуенно залетают на бит. Ну, то есть, первая строчка куплета. Изначально было про фит, но, собственно, можно и покопаться, поискать там, я не знаю, именно из того, то, что я помню и то, что слышал. Вот пизда рулю, я тебя люблю, это очень охуенно. Что еще? Да все, по-моему. Короче, супер. EP охуенный. Если я что-то не вкурил, напишите в комментариях вообще, как вам. Я думаю, вам тоже зашло. Все в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.